Здравствуйте, мы находимся в бассейне «Архимед». Сегодня здесь будет проходить пробег «Фестлера» на дистанцию 4 километра. В нем смогут принять участие не только ученики школ города Дубны, но и все желающие. А, я уже выиграла все. Все хорошо. А сейчас в моей спине вы можете увидеть самых юных участников нашего марафона. А тех, кто научился ходить до 11 лет. Они сегодня бегут дистанцию 1 километр. Вы готовы бежать 4 километра? Да. А почему вы не хотите бежать 4 километра, Александр? Саша, скажите что-нибудь, пожалуйста, нам очень важно ваше мнение. Александр, не молчите, Александр. Смотрите, я не в конце, я в середине. Саша, давай, Саша, ты сможешь, мы верим в тебя, давай, Саша. Но я на середине пути первая. Ура, ура, сейчас сзади меня бегут, на самом деле, нормальные участники, а не я лошара. О, смотри. Тут опять кроссово. Саша, давай, Саша, ты сможешь, давай, Саня. Сейчас вы можете видеть учителя, любимый учитель нашей школы, учитель физкультуры Игорь Михайлович. Вот он бежит сзади. Вот он бежит, он молодец, под номером 78, Игорь Михайлович. Держи его, молодой. Игорь Михайлович, как он дела? Здорово. Все, это отлично. Как ваше самочувствие? Отлично. Простите. Ты бежишь первое? Не мой. Так, сейчас, Слава, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? Я вижу по вам, что вы очень устали. Дистанция не моя. 4 километра не ваша дистанция? Тяжело, было очень тяжело бегать последние сутки. Как вы думаете, вы их хорошо пробежали? Я вроде третий или четвертый. О, я вас поздравляю, значит, вы получите кубок? Я не знаю. Я очень горда, что я учусь с таким учеником нашей школы. Еще он мой одноклассник. Молодец, Стаслав. Какую дистанцию вы бежите? Он бежит 8 километров. Это наш одноклассник. Он супер вообще человек. Пыжи. Как ты себя чувствуешь? Бодро, великолепно, еще можно. Итак, подошел к концу пробег Фестлера, и мы ждем объявления результатов. Смотрите, какую дистанцию вы бежали? 4 километра. 4 километра. Понятно. И как ваше самочувствие после этой дистанции? Достаточно отличное. Прекрасно, я готова пробежать еще 4 километра. Рядом со мной Стаслав Кряжев, и он занял какое-то место. Какое место он занял? Второе. Поздравляю вас, Святослав. Вы чувствуете радость? Ну, вполне. Это же была всего лишь навсего тренировка. То есть вы проверили себя? Точно. Вы довольны собой? Конечно. Ну, тогда я поздравляю вас, Святослав, и желаю вам дальнейших побед. Итак, подошел к концу пробег Фестлера. Со мной стоит рядом серебряный призер этого пробега. Я поздравляю всех победителей, и с вами была Юлия Кравченко, Александр Писарев, новости 9.